Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Jack Shepherd TV, и сегодня мы продолжаем проходить Flatout Unlimited Carnage. Сразу мы входим в гонку. Ах да, напомню, не забывайте также поддержать меня лайком, подпиской и написать какой-то любой комментарий в комментариях. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда мне выходит серия. У нас тут лютый расколбас. Так, тихо, осторожно. Оп-оп-оп. Давай не труху. Оп! Нормально встали. У нас 10-е место. Печалька. Оп, там кто-то хорошо разбился. Так, кто-то вылетел даже. Так, 7-е место. Мы выбрали самую лучшую траекторию. Воу-воу-воу, полегче. Тоже эту серию можно назвать как бы расколбас. Оп. Так, 5-е место. Мы что, так далеко отстали? Походу, без перезагруза гонка не обойдется. Вот. Так, тихо-тихо-тихо. А может, мы и догоним их? Хотя они далеко отстали. Опа. Я вижу, серого немножко завернуло. Так, сейчас будем иметь мы 3-е место. Конечно же, я езжу не к профи. Но нормально. Натя! Просто за карту вылетел. Так, 3-е место. 3-е место — это уже хорошо. Так, снова правильная траектория. Нужно прямо ехать. Так, на, получи. Оу-оу-оу. Я ничего не вижу. Это эпично было. Так, давай рестарт. Не рестарт, а... Верни меня назад. Тихо, тихо. Ну, у нас тут хорошо 4 круга есть. Хотя это и плохо. Не знаю, что я сказал, но нормально. Нам хотя бы сейчас бы 3-е место занять. Потому что, вот видите, у меня уже машина очень плохо управляется, потому что уже подвеска все. Кардекий. Так. Так, входим в поворот аккуратно. По внутренней. Нитро. Блин, далеко мы отстали. Все, машина уже держак не держит. Так. 4-е место. Нужно было другую просто машину брать. 3-й круг. Так, где колесо? Уйди. Так, кто-то пошел наверх. Блин. 3-е место, это уже хорошо. Ну, мы как бы уже их нагнали. Нам главное их перегнать и ехать уже спокойно. Чтобы нам, как бы, никто впереди не мешал. Вот. Так, так, так. Давай, 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 давай. 4-е место. Надеюсь, я по очкам выиграю. Ну, то есть, к 3-й трассе пойду, приду хотя бы 3-м, 2-м. Тихо, тихо, тихо. Мицик или Субарик. Псевдо-Субарик, псевдо-Мицик. Непонятно, что это такое. О, хорошо отправил. Просто в стеночку. Давай-ка я поеду вправо. Так, второй. О, может, даже первым будем. Да-да-да-да, будем первым. Давай-давай-давай. Есть! Первым. Это была тяжелая борьба. Но мы выиграли. Так, следующая гонка. Продолжить кубок. Так. Следующий. Так, у меня две штуки есть. 600 и 300. Это хорошо. Так, 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 первый. Следующая гонка. Не знаю, может нам машину поменять? А ну-ка посмотрим, что у нас есть за машина. Управляемость, управляемость. Вот этой, короче, будет побольше управляемость. Значит, так, идем на этой машине в следующую гонку. Пустыня у нас. Так. Пропускаем.
Стартуем. Так. У нас 3 места у нас. Оп. Оп. Тихо. Не надо. 8-е место. Я не... Ой! Знаете, что это рестарт? Видите? Левое переднее колесо. Это пипец. Это рестарт лучше сделать. Потому что я так не поеду дальше. Нужно их сначала сразу стараться первым. Ну, то есть обойти первым ехать. Так. Тихо. Потому что это боль. Такое чувство, как будто у нас машина не прокачана на мощность. Ну, то есть... чтобы она не ломалась, вот. Блин, 10-е место, это печально. Это очень печально. Так, 8-е. 7-е. Так, эрочка. Так, 6-е место. Хорошо на меня приземлился. Вообще ничего не видно. Так, не надо мне заносить. Сюда нужно брать переднеприводную машину. Так. Первый круг мы проехали. 5-е место уже у нас. Интересно, почему я здесь в игре постоянно стартую последним? Это как бы нечестно. Минус капот. Заходим, бьем. И нитро. Прямая у нас. Оп, чувак застрял наверху. 3-е место, это хорошо. Есть. О, хорошо, чувак разложился. Есть. 2-е место. На 2-м круге. Блин. Что-то я неправильно делаю перед поворотом нитро делать. Запускать. Ну, когда вышел с поворота, в принципе, можно немножко дать, ну, дать, да, нитро. Оно помогает. Помогает лучше выйти с поворота. Оу-оу. Все, теперь мы первые. Держись. Все. Подвески уже конец, я вижу. Машины уже держака нету. Есть. Нас сзади догоняет. Блин. Не. Нормально. Иди. Все. Так, последний круг. Давай. Есть. Так, 4-й круг. 1-е место. Оу. Напередок приземлились как. В этой машине очень тяжело я вижу передок. Ну как бы там двигатель. Для прыжков лучше брать хорошо сбалансированную машину. Тут уже лучше ехать быстро и качественно. Или потихоньку и качественно. Так, догоняет нас. Ну. Все. 1-е место. Так, следующая гонка. Продолжить кубок. Так, тоже 2 штуки есть у нас. Так. Надеюсь, последний. У нас 20 очков. У того, что на 2-м месте 14. Далеко мы ушли. Это хорошо. Так, пропускаем. Стартуем. Тут уже у нас скоро ночь наступает. Так. Ай-яй-яй.
Оу-оу-оу-оу! Это больно. Пятое место. Давай, Ярик. Есть. Третье место, четвертое, блин. Я не помню, на этой трассе будет одно такое опасное место или нет. Сейчас мы посмотрим. Да, на этой. Тут немножко жим-жим делает очко. Оп, о, хорошо, о, первое место, ура. Может теперь спокойно и качественно ехать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Выбираем правильную траекторию. Я выберу левую трассу. Оп, есть. Тут три круга у нас. Так, на трамплин я не иду. Оп. Нужно брать сюда среднемоторную машину, где прыжки. Потому что уже там сзади мотор. Более сбалансированная машина получается у нас. Вот. Ай-яй-яй. Третий круг. Не надо. Так. Ну, я пока что вижу, что с передним правым колесом все нормально. Но удар туда пришелся очень мощный. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Хорошо. Так, второй. Что-то я не заметил. Что-то я так в гонку ушел. Капец. То есть в себя. Что ж, не секунду замолчал. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Не-не-не-не. Давай, эрка, эрка. Шпиндюрим нитро, просто не хочу. Давай. О, хорош. Давай. Оп-оп-оп. Есть. Так. Третий круг. Я еду направо. Оп-оп-оп. Тихо, немножко мусора. Оп! Трамплинчика немножко. Давай, кавис. Давай, 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 давай. Нитро в полную. В тапку. Есть. Кого-то убили, уничтожили. Да. Кэти Джексон. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спокойно, спокойно. Не-не-не, я не дам тебя обойти. Все, иди в стену. О, хорошо прямо развернуло. Я просто по карте смотрю. Первые мы. Все, финиш. Все, нитру в тапку. Давай, держись, держись, машина, держись, держись. Блин, третье место. Это фейспалм. О, сейчас посмотрим, что у нас с кубком. Пожалуйста, первый. Да, я первый, это хорошо. Что, 4000 за кубок призы. Так, гонка. И новая машина Bullet. Еще одна новая машина. Вау. Три новых машины. И награда 25 кредитов. Третий уровень. Вот. Вот такие у нас пироги. Ну что, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Всем спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Прямо аплодирую стоя. Ну, сидя. Вот. Вы были на канале Jack Shepherd. И до новых встреч. Пока-пока.